Че, давай? Давай, Вань, рассказывай. Так, говори, нет. Где команда? Да. Как ваша команда будет называться? Лузеры. В меру упитанные. Может, Пинки Брейн лучше? Ты не думай над их названием, думай над нашим. Лёлик и Болик надо позвать. Во, так? Лёлик и Болик. Ну, что? Beautiful girl. Ой-ой-ой. Ну, Дюпа, держи. Правый, а ты куда разбегаешься-то? Один ноль. Давай, Буцу чистить быстрее. Ай, блин, ты че? А че, мы по очереди? По очереди как? По очереди как? Пирани. А че я? 1-0, Дюб. Поехали. Дюб, давай. О, блин, что за удар еще? Рад. Да. Ну, Дюб, ты в натуре, что сейчас, на мой зато прыгнешь. Свисток можно, свисток? На удачу мне больше вариант нравится. Нижний Новгород. Ну, это сильно, сильно. Знаете, знаете, не мой конек, если честно. Такой сборный я в жизни не бил. Ты серьезный? Погоди. Дюб, возьмешь, я кувыркаюсь. Был свисток, да? Вау! Взяли! Дюб, ну ты не взял! Я говорю, пенальти не мой конек! Ничего, Надюх, нормально все! Левый забьет точно 100%. Я левый даже не добью, мне кажется. Просто ты чё, Дивей, блин? Вот это не снимай! Сейчас у нас пенальтиста поменяют, Дивей, тормози! Пыром бей! Пыром? Это что за пенальтист, а? Подъехал. А? Сразу видно, кто очень бить. Явно не ты. Ой. Ова, сняли? Нет. Дивей. У тебя тоже якорь, да, есть? Вот он шанс. Надюх, ну я верю в тебя. Спасибо. Что надо было? Спасибо. Хорош. У них лево. Левая лучше правой. Сейчас заднюю порву, да? Почему 3-3? 2-2. 2-2. Как с разбега? Вот так вот бежать? Не надо дивиться. Готов? Ой-ой-ой. Нет. Нет, нет. Вар. Вопрос, а мы вообще добьем пяткой? Давай, главное замах побольше. Замах, как? Давай, достанем по центру. Говори ему что-нибудь, отвлекай. Да, Надюх. Уже третий свисток был. Да. Дюк, давай. Иди, ударь. Неплохо. Ты хоть гадай, падай куда-нибудь. Пятка, если буки мне уже забивают, у меня вообще ничего. Вот именно что. Вообще-то это вратарь сборной. Ай, блин. А что такое? Неудобно, что ли? Прыгай. Неудобно. Сейчас опытная пенальтиста. Это она обманывает его. Двумя сейчас. Счет какой? Зачем ей правой ногой забивать? Дюб, ну это уже... Сейчас как? Ой-ой-ой. Тут нелегко. Ну я сильно просто не хотел. Сейчас смотри, выше туда полетит. А, да, свистка был, не было. Был. Не было, не было. Был. Не было свистка. Был, я свистил. Не было. Вар, пусть смотри, вар. Даже твой говорит. Вар. Не было. Идти не два? Дай шанс. Рефери. Это... А, ему вот этот свисток. Ладно. Все третий равно. Раз. Может, третий раз? Давай.
Ильза, давай, тащи. Мы психологически давим. Схватит тебя, блин, на туре. Подаешься. А потом левой ногой? Вау, сейвище! Так, 4-4, сравняй. Только от штанги, да? Да, ты можешь стоять. Только от штанги, да? Либо от перекладины. Свисток. Да, ну. Мне кажется, от перекладины нет легче. Думаешь? Ну, все, блин. Нам главное в перекладину же штанги. А все уже. Дюк, ты нас сейчас чуть не похоронил. Есть! 4,5, у них у нас 4, давай. Давай, куда-нибудь попади. 4,5, 4,5. Да, сейчас Надюха забьет, смотри. Нет, ай-яй-яй. Шоркнула. Слышали? Я, да, Надь. Вечеринка на что? Ой. Приятно. Подай мяч, пожалуйста, сзади. Давай, наклоняйся. Смотри, будет мяч день. Можно было попасть. Что, с разбега хочешь? Конечно. Шага, не? Давай нам быстрее, а то сейчас давай, хорошо, нам за это глаза закрой. Свисток сразу, давай. Не подглядывай. Ай! Было близко. Попал? Да. Приятно? Очень. Давай, это же спорт. Ну, мою вас он пропустил, хоть в уголок. Вообще упади, не... сделай вид, то, что да, читал. Стоит прям, знаешь, как, блин, в финале. Нет. Так не пропускай! Ну так нечестно! А что тут? Он в угол встал. Почему? Ты сказал, что ты договорился. Как он хотел прочитать. Маску дай. А, точно. Хорошо. Оп. А, да, 4-5-4. Все, все. Хорош, гол. Я забил. Да. Алло. Да. Хорош, Надю. Я как крыса какая-то, знаешь. Там есть вот пробуют. Давай, спустись. Ты до мяча не добежишь. Четыре. Нет, шесть. Сколько? Ты как считаешь? Ну я считаю. Ты что сколько? Еще три. Все, десять. Еще один. Еще один. Ты что? Спокойно. Спокойно подбегай, вот так семени. Прикалываетесь? Я, знаешь, я даже не выпрямлюсь. Я что-то понимал, мяч ходит, знаешь, мяч вот куда-то идет, а я за ним. Все? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мощно, мощно. Где мяч? Бей его. Они готовились? Ты что, пьяная? Вань, зачем ты им скинул раньше времени задание? Они готовились. Чего? Фу, как вы. Все, поехали. Раз, два. Ты как считаешь? Три. Я уже пять раз. Четыре. Пять. Воу. Шесть. Проблема? Семь. Восемь. Да быстрее считай, говорит. 9,5. Поехал. Подожди! Да! У тебя самый опасный удар был. Че, проблемы? Ваня, это последнее? Ваня. Да, ну я делал все качество. Ваня, это последнее. Ну ты видел, да, как быстро кружил? Дюб, ну если ты сейчас два пропустишь... Считаю. Я ровно, не знаю. Да, у нас? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Надюх, я слежу за ним. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ага. А ты что? Лохляцкая.
Хорош! Ты как еще побежала? Я не вижу тебя. Иди, ну мы проиграли, чуть не могу сказать. Мне так пенальти, тебя. Я и буду наливать перед пенальти теперь. Мы ведем. Это последний? Ой, ты, ну, тоже с носка? Думаешь? Нет. Я даже не знаю, как бить его. Головой. Вместе с мячом. Подъем и вот так вот. Надо был теннисный мяч хотя бы. А если ты такой пропустишь, то очень будет позорно. Да. Да они же джентльмены. Конечно. Ну один. Ну один пропусти. Че, свисток будет? А ты потом скажешь, нечестно. Он, кстати, тяжелый, такой хороший. Да тут, о! Он тяжелый. Он тяжелый. О, педикюр, да, сейчас отлетел. Не, он тяжелый очень. Иди, пож... Да, он тяжелый. А, нет, так еще... Иди, попробуй. Я вообще не знаю, ты меня по центру поставить только, ладно? Подожди. Что это? Удар, Люк, раз, два, три. Я нормально стою по центру? А почему они закрытыми только? А чё он? Я тебе скажу, Дюб, когда он поставил мяч. Слушай, свисток, он разбегается. Дюб, правый от тебя. Я по звуку. Давай, у него разбег. Гол! Ну хорош, хорош. Вот это был ударище. Ты в другой угол ударил? Да. Все, не, ну. Да, я тебе скажу, куда бьет. Я по звуку пойму. Нечестно. Так. Бьет. Разбег. Так, не бьет. Два шага разбег. Два шага. Обманывает. Без комментариев. Разбег. Первый шаг. Второй. Мяч. Хотя ну хоть не проиграли, молодцы. Да? Давайте побьемся. Спасибо за игру. Спасибо вам. Спасибо. Если бы не вратарь ваш, да. Мы бы выиграли. Дюб, да. Спасибо тебе. Если бы ваш вратарь, то мы бы тоже выиграли. Спасибо, Дюб, а что нас от позора, так сказать, да, спрятал. Между... Я подумал уже, думаю, сейчас тебе что-нибудь сделаю.